Для исполнения короткой программы на лёд приглашается Николай Лобин. Ну а теперь практически сплошь звезды, во всяком случае, нашего российского юниорского уровня. Николай Логинов, ученик Артура Гачинского, очень понравился на сочинском этапе. Я думаю, что и результат тоже ему оказался по душе. Ведь Николай занял тогда второе место и выиграл серебряную медаль. Так, ну Коля выбрался из-под этого Ридбергерового проклятия, но сам по себе не смог исполнить уже и каскад «Flip to Loop». Сейчас я посмотрел на результат этого фигуриста на состязаниях в Сочи, и там вижу, что в короткой программе Николай Логинов набрал 77,62 балла, причем его оценка за технику была примерно 42. Сейчас, конечно, с таким прокатом о 42 баллах за технику говорить не приходится, и это, честно признаться, очень расстраивает, потому что ну, очень хороший парень, с великолепной скоростью, с невероятной высоты прыжком. Смотрите, какой высоты тройной аксель. Да, приземление вышло так, с подстраховочкой, но перспективы у Николая очень хороши. Обратите внимание, как тонко он чувствует габариты площадки, фактически у самого бортика. Исполнял тройной Ридбергер, но выехал нисколько не подстраховавшись, не бросив взгляда, все ощущает каким-то шестым чувством Николай. А вот каскад «Flip to Loop» его, к сожалению, подвел. И дальше уже настроение было, если не полностью утрачено, то, во всяком случае, слегка подпорчено. Нормально? Это очень мягко. Но
ноги начали уже забиваться на заходе на акцию. Как интересно, слышите, что ноги у Коли начали забиваться уже на заходе на аксель, то есть фактически в самом начале выступления. Шестое место пока показывает Николай Логинов, тренирующийся под руководством Артура Гачинского и Александра Устинова.